10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Год. GSEA. Конкурс молодых предпринимателей. 10 лет в России. Нас всех объединяет мечта. Мечта что-то изменить к лучшему. И пока мы способны мечтать, мы способны воплощать наши мечты в реальность. Ошибка. Обнаружен вирус. Этот вирус захватил весь мир. Он изменил человечество. Мир больше никогда не будет прежним. И теперь люди, зараженные этим вирусом, меняются. Вы распространитель этого вируса. Вируса предпринимательства. Перезагрузка системы. Мистер Зум, мистер Зум, мистер Лум. Привет, предприниматели! Приятно видеть вас через камеры ваших гаджетов, особенно когда вы об этом не знаете. Добро пожаловать в мой мир, и я тот самый мистер Зум. Можно сказать, что я самый успешный предприниматель 2020 года. Вы можете считать меня нереальным, я также сомневаюсь в реальности вашей реальности. Ближе к делу. В ближайшие 90 минут мы с вами единая экосистема, или, как вы говорите, семья. Семья предпринимателей. Изучив 30 байтов информации, я убедился, что для всех предпринимателей деньги не цель, это средство. Средство для реализации себя, своих идей, своей команды. И как в любой семье, наша с вами общая цель – передавать традиции из поколения в поколение. Поэтому давайте и дальше распространять только правильный вирус. Вирус предпринимательства. Олег Замышляев. Ведущий. Основатель Telsi Pro и mozlab.ru. Николай Тисенко, ведущий, соучредитель компании «Мозго». Добро пожаловать! Добрый день, дорогие участники! Всем привет! Добрый день, уважаемейшие члены жюри! Огромное спасибо, что вы решили присоединиться сегодня к нашему финалу конкурса предпринимателей GSEA. Отлично, что вы все здесь прямо перед нами, несмотря на то, что вы находитесь на огромном расстоянии. Да, мир меняется, но мы сегодня здесь вместе с вами, несмотря ни на что. Я видел, что многие снимали на телефоны. Это значит, что будет много сториз, много постов в различных социальных сетях. Я вам предлагаю не останавливаться на этом и выкладывать еще больше контента в онлайн. Я хочу признаться, в последние секунды, когда режиссер нам считал 10, 9, 8, 7, я ставил последние слова в свой пост на Фейсбуке, вот только что опубликовал. Очень волновался, что не успею. Ну что, у нас сегодня финал GSEA сегодня. Что такое GSEA? Вот что такое GSEA? GSEA, я скажу общими словами, для меня это возможность многим открыть горизонты глобального бизнеса своего, вынести его на международный рынок, познакомиться с новыми людьми, познакомиться с людьми из круга предпринимателей, завести эти контакты, и в дальнейшем они будут помогать развивать бизнес, узнать себя, вообще протестировать себя, на что ты способен, способен ли ты в этой стрессовой ситуации, рассказать о том, что тебе интересно и для тебя важно. Да, а еще это конкурс, который проводится ежегодно уже в 56 странах мира. И важно понимать, что в этом году у российского этапа GSEA сразу несколько организаторов. Это крупнейшие международные бизнес-сообщества YPO, EO и Equiom.
Вот они прекрасные бизнес-сообщества. Спасибо большое, что благодаря вам сегодня здесь не только мы, но и огромное количество людей. Мы их видим на экране. Вы, наверное, тоже видите огромное количество окошечек. Это все вы. Где бы вы ни находились, сегодня мы здесь. И в этом году в России мы проводим 10-е, не просто 10-е, а юбилейное, получается, мероприятие, в котором члены жюри выберут победителей в 10 профильных номинациях, начиная от блокчейн и до хоум-тека. И есть специальная номинация после того, как пройдет голосование по профильным номинациям. Оно будет происходить параллельно в 10 комнатах Zoom. В каждой из них будут и конкурсанты, и члены жюри, и модератор в каждой комнате. А потом общим голосованием большого, огромного жюри мы определим главного победителя в номинации «Студент-предприниматель». И именно он или она будет представлять наши страны на большом этапе конкурса. Итак, план на сегодня. Сначала мы общаемся здесь все вместе в одном большом зуме. Потом расходимся в зале, где как раз и происходит оценка конкурсантов, вопросы-ответы, все волнуются, члены жюри определяют баллы. Важно, когда члены жюри будут осуществлять оценку, мы попросим конкурсантов из залов вернуться к нам в наш большой зум, мы здесь с вами пообщаемся. После того, как члены жюри все оценки поставят, мы возвращаемся в большой зал, выбираем победителя в номинации «Студент-предприниматель», смотрим питчи или питчи, как правильно, питчи или питчи? Вот. А, мне привычные питчи. Питчи, в общем, питчи. Питчи – это уже как птицы звучат. Смотрим и выбираем. Ну, вот так вот. В общем, мы готовы стартовать и... Да, я... смотрите, сегодня действительно такой непростой момент. Мы здесь находимся в онлайне. Я предлагаю сегодня мне быть по обе стороны баррикад, так сказать. Прячься. Да, я буду уходить на бэкстейдж. Я даже буду включаться оттуда, чтобы вы посмотрели, насколько это сложная система для того, чтобы мы все сегодня с вами обменивались информацией. Это было эффективно и в том числе и эстетично. Поэтому я с вами не прощаюсь. Буду всегда где-то здесь. Можете взывать к моему голосу в любой момент. Супер, я не замедлю этим воспользоваться, как только будет возможно. Итак, дорогие друзья, давайте стартовать. Вы знаете, 3 месяца назад мне позвонил человек, номера которого я сразу не узнал. Потом оказалось, что это был Алексей Гедерим. Он позвал меня в этот проект принять участие в подготовке конкурса финала. И вы знаете, столько энергии, сколько вложил он, я вообще никогда не видел, чтобы вкладывали в создание какого-то проекта десятки часов только во взаимодействии с нами, с оргкомитетом, сотни часов работы как члена жюри. Итак, сейчас в эфире я передаю слово Алексею Гедериму, предпринимателю, основателю всем известной платформы Юду и одному из наставников нашего с вами конкурса. Алексей Гедерим. Алексей Гедерим, наставник конкурса. Коллеги, сегодня 10-й юбилейный конкурс молодых предпринимателей. Предприниматель – это человек, который определяет вектор развития общества и влияет на социум своими идеями и вдохновляет других. Мы понимаем, что идеи и ценности, заложенные основателями конкурса в 2010 году, сегодня имеют очень глубокий смысл. Спустя 10 лет мы замыкаем цикл, и то, что было заложено наставниками конкурса ранних лет, сегодня возвращается новому поколению. Например, Вадим Кулубеков, победитель 2013 года, построивший успешный бизнес, спонсирует номинацию производства сегодня. А Даниил Мишин, победитель 2012 года, стал одним из нас, участником YPO, и вместе с нами сегодня поддерживает предпринимательство. В этом году мы получили 630 заявок и собрали фантастический состав жюри, которому может позавидовать абсолютно любое подобное мероприятие в мире. Система ценностей и координат безумно важна, чтобы мы не сбились с пути. И благодаря наставничеству из поколения в поколение у нас есть возможность сформировать культуру предпринимательства в стране. Вы своим примером показываете выбор осознанного предпринимателя и инвестируйте свое время в этот процесс. У нас есть уникальная возможность передать молодому поколению самое важное, то, чему многие из нас учились годы, собирая по крупинкам опыт. Большие идеи всегда сплочают. 3 бизнес-сообщества – YPO, EO, Equium – тоже объединились ради поддержки предпринимательства. Нам есть чем поделиться с миром. Настало время русскоговорящего предпринимателя на мировой арене. И кажется, это достойная цель, чтобы сплотиться.
Чем больше будет русскоговорящих предпринимателей, достигших больших высот, тем проще новым поколениям опираться на эти достижения и творить свою собственную историю успеха. Так мы создаем лучшие версии себя и лучший мир. Каждый из нас и из вас сегодня показал, что разделяет ценности, о которых я говорю. Я абсолютно уверен, что вместе нас ждут очень большие победы и новые успехи. Так что давайте вместе продолжать эту прекрасную традицию объединения. Ну что ж, а теперь пришло время насладиться мероприятием и послушать проекты и найти новые возможности. Алексей, огромное тебе спасибо. Вы знаете, дорогие друзья, на мой взгляд, лучшее подтверждение тому, что конкурс крутой и, самое главное, конкурс жизнеспособный, больше 600 заявок мы получили в этом году. Дорогие друзья, это рекорд за всю историю существования конкурса в России. Я не знаю, помогла этому пандемия, не помогла, или команда блестяще отработала, но вот этот результат 600, больше 600, такого не было еще никогда. Огромное спасибо всем членам жюри, которые вложили огромный свой ресурс для того, чтобы все это отсмотреть, отобрать, и вот сегодня лучшие из лучших будут у нас в эфире. В 2010 году этот конкурс привезли в Россию Алексей Комиссаров и Сергей Выходцев. И сейчас я хочу передать микрофон Алексею Комиссарову, генеральному директору «Россия – страна возможностей», проректору РАНХИКС, директору Высшей школы государственного управления, сооснователю первого конкурса GSA в России в далеком 2010-м. Алексей Комиссаров, сооснователь GSEA Russia. Спасибо большое за возможность сегодня быть с вами. Это для меня огромная честь. Дело в том, что действительно конкурс появился в России 10 лет назад, но главный виновник того, что это произошло, это, конечно, Сергей Выходцев. Я очень хорошо помню первый разговор с ним на эту тему, это был еще 2009 год, когда он сказал: слушай, есть вот в мире такой замечательный проект, давай его реализуем в России. И Сергей был главным инициатором, вдохновителем, главным мотором. Он просто невероятно много сделал вообще для развития предпринимательства в нашей стране и для этого конкурса в частности. И мы тогда с минимальным бюджетом, мы просто вдвоем с ним скинулись и организовали вот этот первый сезон. Я просто счастлив, что каким-то удивительным образом те ребята, которые в первые годы побеждали на этом конкурсе, они до сих пор являются частью моей жизни. Мы там хоть и редко, но периодически общаемся, встречаемся, созваниваемся, списываемся и с Даниилом Мишиным, и с Вадимом Кулубековым, и с Иваном Константиновым, и с другими ребятами. Я хочу сказать слова огромной благодарности Сергею, конечно, потому что вспоминаем мы его часто, его уже вот 4 года как нет с нами, но то, что пришли такие ребята, я думаю, что они пришли на него, на его имя, на его харизму, на его такую искреннюю отдачу и отношение ко всему этому проекту. Огромное спасибо тем, кто сейчас этот проект решил возродить и возродить на таком крутом уровне. Но прежде всего, Алексей Гедерим, спасибо тебе большое. Ты это сделал с настоящим таким предпринимательским подходом. Быстро, качественно, круто. И то, что вот мы видим сегодня, то количество участников, тот интерес, который на сегодня есть, это просто что-то невероятное. Я по-прежнему уверен в том, что предприниматели – это люди, которые меняют мир к лучшему, меняют жизнь людей вокруг себя. И у меня нет ни малейших сомнений, что без развития предпринимательства никакого прорыва в нашей экономике просто не случится. Поэтому спасибо тем, кто, несмотря на все сложности, несмотря на безумное количество препятствий, которые существуют просто даже во всем мире, кто хочет, готов и занимается созданием своих компаний, кто реализует новые идеи, кто их продвигает, кто не боится сложностей,
Сложности у всех точно будут, это неизбежно. Сергей Выходцев в своих выступлениях всегда образно говорил про то, как любой предприниматель падает, разбивает колени в кровь, но потом встает, идет дальше и поднимается еще выше. Я вам всем желаю настоящих высот. Я желаю, чтобы в ваших головах не было никаких барьеров, чтобы вы верили в себя, чтобы вы достигали невероятных вершин и действительно делали наш большой мир лучше. Ребята, удачи вам, спасибо и, конечно, победы. Алексей, огромное спасибо. Большое спасибо. Сейчас, уважаемые участники финала, сейчас вы услышите Верна Харниша. Верн Харниш – это основатель всемирной предпринимательской организации EO, руководитель нескольких учебных программ в MIT, серийный предприниматель, автор нескольких мировых бестселлеров о предпринимательстве, и журнал Fortune Small Business Magazine назвал его одним из 10 главных мыслителей в малом бизнесе. Внимание на ваших экранах, Верн Харниш, прошу вас. Привет, я Верн Харниш, основатель Entrepreneur Organization, и я хочу поприветствовать всех участников GSEA Russia. Потрясающее время сегодня. Недавно объявили о самом молодом предпринимателе-миллиардере. Остин Рассел запустил свою компанию Luminar в 17 лет. Молодые предприниматели всегда были важны еще тогда, когда я основал ИО. Майкл Делл только-только запустил свою компанию в возрасте 18 лет. Вы должны осознавать, что вы, предприниматели, являетесь первыми, кто реагирует на запросы своего города и страны, в которой вы живете, создаете совершенно новые рабочие места. Спасибо, что держитесь во время пандемии, и мы приветствуем ваши заявки. Верн, большое спасибо. Спасибо, Верн Харниш. Мы продолжаем. И еще раз хочу, прежде чем стартуем финал, я хочу сказать огромное спасибо членам жюри. Вы уже поучаствовали, вы уже сделали очень многое, потому что вы записали персональное видео, инвестировали время, инвестировали душу. И знаете, каждое ваше видео – это вот та частичка души, частичка энергии. Наверное, она и привела к тому, что у нас рекордное количество заявок. Спасибо вам большое. Респектище! Спасибо. Ну что ж, друзья, смотрите, вот это сейчас мы в этой студии, тут спереди, сзади, сбоку, экраны, я фактически в таком шаре из экранов. А мой коллега Николай, помните, он был здесь, он сейчас на бэкстейдже, сейчас он покажет, что там происходит, вы увидите, какая команда работает для того, чтобы обеспечить сегодняшний финал. Николай, жги. Ребята, просто посмотрите, какая здесь команда. Я вот сейчас переключу камеру, чтобы вы увидели. Вот, огромное количество людей здесь следит за всем, включает музыку, видео, чтобы это все в онлайн. Режиссер, посмотрите, это действительно непростая... Давайте все помашите рукой. Во, вся команда. Вам помашут все, кто сейчас участвует. В общем, мы здесь помогаем вам, чтобы этот финал юбилейный прошел лучше, чем мог бы пройти даже в офлайне и прекрасно выглядел на любых площадках и на любых носителях. Всем привет! Всем привет! И продолжаю говорить спасибо, ну потому что это правда что-то фантастическое, вот этот процесс, который мы прошли. Сейчас я хочу сказать спасибо спонсорам конкурсной номинации. Очень интересно, что один из спонсоров конкурсной номинации в этом году – победитель GSEA прошлых лет Вадим Кулубеков, компания Avista Model Engineering. Он спонсирует номинацию производства. И вместе с ним спонсорами стали еще очень многие уважаемые компании и уважаемые предприниматели. Ну что, мы готовы, собственно, перейти к главной части, вот уже перейти в группы, слушать выступления, задавать вопросы, оценивать. Я хочу передать слово члену оргкомитета, одному из наставников конкурса, Олегу Волосюку, который официально расскажет, напомнит про правила отбора проектов. Олег, прошу. Олег Волосюк, основатель «Русская арматура», наставник конкурса. Итак, уважаемые друзья, очень скоро мы с вами разойдемся по сессионным залам, где будут выступать наши конкурсанты. В каждом зале будет модератор для ведения сессии, для ответов на вопросы и помощи. Соответственно, один зал, одна номинация. И нашей с вами задачей будет оценить представленные проекты. Задача важная и очень ответственная.
модератор в каждом зале предоставит членам жюри ссылку на страницу для голосования. Как оно будет построено? Все просто. 5 критериев, 5-бальная система оценки. После этого автоматически ваши оценки соберутся, просуммируются и будет выявлен победитель. Желаю уверенности и удачи нашим конкурсантам. Победа приходит к сильнейшим. Спасибо. Олег, спасибо тебе огромное. Теперь все понятно? Да, теперь все всем понятно. Ну что, друзья мои, пожалуйста, берегите ваших модераторов. Дорогие модераторы, заботьтесь, пожалуйста, о ваших участниках. И уважаемые члены жюри, у вас огромный авторитет. Вы уважаемейшие люди. Пожалуйста, задавайте вопросы по возможности компактно. Уважаемые конкурсанты, отвечайте на вопросы по возможности компактно. Особенно, если в вашем зале много конкурсантов, потому что где-то 3, где-то 4, где-то 5. Друзья мои, я желаю вам всем огромных успехов, я желаю вам удачи, я желаю, чтобы все получилось классно. Напоминаю, что после того, как все выступят и ответят на вопросы, все конкурсанты возвращаются сюда к нам, мы с ними поговорим вместе с Даниилом Мишиным, а члены жюри еще в течение 7, может быть, 10 минут подводят итоги. Уважаемые члены жюри, уходя из комнаты, согласуйте с модератором, что он получил все ваши оценки, что ваши оценки учтены. Дорогие модераторы, не постесняйтесь показать экран приема оценок, чтобы все члены жюри увидели, что да, правильные оценки пошли. Мы работаем не на скорость, мы работаем на качество. Дорогие друзья, успехов! Даниил Мишин, победитель GSEA 2012. Даниил, привет. Да, приветствую. Даниил, вот я очень рассчитываю, что этот ролик, эту вот запись нашего разговора увидят потом десятки и сотни тысяч молодых предпринимателей, ну не только молодых, и начинающих, и опытных предпринимателей. Но ты понимаешь, таких как ты очень и очень мало. Стартовал с очень небольшого бизнеса, сейчас работаешь на глобальном уровне, очень быстро растешь. И ты знаешь, вот мой первый вопрос, ну, у нас сегодня финал GSEA, а ты же тоже победитель GSEA, по-моему, 2012 года. Вот ты можешь рассказать, как у тебя возникла идея податься на этот конкурс? В какой момент ты об этом задумался? Зачем ты это сделал, в конце концов? По поводу того, как это все начиналось и почему это все начиналось. Ну, это начиналось совершенно случайно. Я никогда не планировал быть предпринимателем, не планировал ничего делать. Более того, я воспринимал все какие-то первые попытки и первое начало своего бизнеса как просто способ заработать какие-то небольшие летние деньги. А потом, когда ты становишься предпринимателем, попробовал это, и вот я 10 лет строил компанию, там 12 лет строил компанию, после этого пошел, ну, когда вышел из этой компании, это был там конец 2015 года, и в 2016 году я пошел на наемную работу, где, грубо говоря, это была лучшая наемная работа, которая возможна, инвестиции, большой офис и так далее и тому подобное, но что-то уже было внутри, что не давало мне это делать. И вот это вот что-то, что, попробовав один раз, сложно от этого потом отойти. И, с одной стороны, это, конечно, чувство ответственности, с другой стороны, это чувство свободы, и это чувство свободы сложно на что-то променять. Поэтому, наверное, это... Я не знаю, что это до конца, но мне кажется, что это просто, наверное, стечение обстоятельств, которое тебе позволяет открыть какое-то свое призвание и какое-то свое, какую-то свою страсть. А дальше все зависит уже только от тебя. Друзья мои, уважаемые конкурсанты, расскажите, пожалуйста, у нас осталось еще пару минут, пока не вернется к нам член жюри из завершающей комнаты. Что вы сейчас чувствуете, дорогие конкурсанты? Поднимайте руку, если готовы выйти в эфир, мы вас выводим. Что вы сейчас чувствуете? Я вам так скажу, что было очень много волнения до, но огромное спасибо организаторам и всей команде, которая с нами в чате, которые помогли структурировать все наше выступление. И было на самом деле очень комфортно, очень открытые члены жюри, и те вопросы, которые они задавали, они уже дают ответы на самые важные вопросы для развития дальнейшего нашего бизнеса. Поэтому для меня уже участие даже в конкурсе — это уже определенная польза для дальнейшего роста.
Ну, ничего себе участие. Ты в финале, извини меня, ты один из очень ограниченного сообщества тех, кто вышел в финал. Уже, можно сказать, победил. Как думаешь, выиграешь? Да, уверен. Спасибо большое. Ребят, кто еще готов? Еще один комментарий. Знаете, на самом деле, это мой первый питч. Я никогда не видела такое большое количество предпринимателей в своей жизни. Я как-то, ну, пожизненно была лидером и подтягивала людей за тобой, за собой. И последние годы я вот именно искала, ну, так сказать, новый аквариум людей, с которыми... Ну, я была бы на одной волне, и это было очень волнительно для меня выступать на такую серьезную аудиторию и, знаете, не быть самой умной. Это такой интересный челлендж в моей жизни, и мне очень нравится. Я чувствую, что есть чему учиться, есть куда еще расти, и меня это очень вдохновляет. Очень круто. Огромное вам спасибо за ваше выступление. Спасибо, успехов. И еще вопрос, ну, обязательный вопрос. Победите сегодня? Конечно. Да, но вы помните, что вы уже победили, потому что вы в финале, вы прошли предварительный отбор, вы прошли полуфинал, вы в финале. Друзья мои, уважаемые члены жюри, уже много благодарностей звучало вам сегодня. Готов ли кто-то из вас поделиться своими впечатлениями? Только, пожалуйста, никаких спойлеров про то, кто победит. Поднимите руку, вы в эфире. Оскар Хартман. Оскар Хартман, прекрасно. Давайте, Оскар, очень рады. Я вообще считаю, Виктория уже должна победить, потому что она танцевала все 15 минут, когда у нас был сбор гостей. Человек с такой энергией, да, как бы, ну, а так получили, мы как жюри получили большое удовольствие, потому что могли умничать про молодых стартапов, при этом не рискуя своими деньгами, делать какие-то выводы, но мы обсуждали, кто бы вложил деньги. И интересно, что результат может отличаться от тех цифр, которые мы там ставили. В конечном итоге одна из этих вещей может доминировать все остальные. Поэтому не расстраивайтесь, если кто-то сегодня не победит. Я считаю, что всю историю человечества мы всегда видели, что маленькое количество людей может сделать всю разницу в мире, поэтому вы все, еще неизвестно, кто сделает разницу в практике, не в конкурсах дела, а кто следующие 5 лет действительно в мире сделает, произведет те вещи, которые вы мечтаете. Очень большое удовольствие получили, спасибо большое всем участникам за энергию. Друзья мои, еще кто-то из членов жюри, наших уважаемых, поднимайте руку, мы вас выводим. Для меня большая честь стать частью такого прекрасного мероприятия, которое у нас сегодня состоялось. И про преемственность поколений – это великая вещь, мне кажется. И когда люди стали финалистами конкурса и принимают участие в качестве жюри, я вот тоже привел с собой на мероприятие своего сына, популяризирую предпринимательство с молодых ногтей. На самом деле я приятно удивлен тем уровнем проектов, который был в нашем сессионном зале. У нас не так много, но... уровень владения материалом, понимание того, как работает бизнес, какие есть бизнес-показатели, он восхищает. И я реально поражен тем количеством прекрасных предпринимателей, которые согласились быть жюри сегодня. Для меня большая честь быть с ними, в общем, в одной стае, можно так сказать. Спасибо, Егор. Николай, я вот сейчас взываю к Николаю, который перешел в виртуальную реальность, мой прекрасный соведущий. Николай, дорогой, расскажи, пожалуйста, что у вас там происходит? Я слышу, что в одной из комнат есть очень жаркий спор, решаются одновременные принципиальные и технические моменты. К ним на помощь пошел и Олег Власюк, как представитель оргкомитета, и к ним же в комнату пошел технический эксперт. То есть, в конце концов, они однозначно решат этот вопрос. Расскажи, пожалуйста, что происходит сейчас на бэкстейдже? Что вообще в мире за последнее время произошло, помимо вот этого пространства? Да, Олег, я даже вернусь к тебе сюда. Живьем, вот ты вернулся, да, привет. Действительно, оживленные споры, мы не ожидали, что будет такая движуха, я другого слова даже не подберу, потому что мы видим, как огромное количество людей, заряженных энергией. Классных людей. Да, они в комнатах, члены жюри, начинают активное обсуждение. У нас здесь мы видим уже какие-то результаты подведены. Где-то настолько жаркие споры, что мы подключаем специалистов, где-то кто-то вылетает, у кого-то интернет. В общем, движение очень быстрое, и оно символизирует на самом деле то, что происходит там вот у нас за стеной. На самом деле,
наверное, то, что под капотом находится каждого бизнеса. Потому что всегда со стороны мы видим такую красивую, ну, в правильном смысле, картинку, как здесь у нас сейчас. Но за этой картинкой стоят труды огромного количества людей. Вот у меня сейчас на телефоне открыто 5 параллельно окон, в которых идут диалоги, в которых мы выясняем, кого можно включить в прямой эфир, кто готов сказать слова, что у нас будет дальше. И это на самом деле показывает то, как в бизнес-процессе, особенно на самом старте, ты все делаешь своими руками, ты... Помнится даже как пример, когда мы открывали первый барбершоп, мы сами стояли, администрировали, практически сами стригли, можно сказать, но, слава богу, такого не было. Сами открывали, сами закрывали, и все это было там, сами протирали пыль. Настолько для нас важно, что потом, когда огромное количество клиентов, ты смотришь, проезжаешь мимо и думаешь, слава богу, все работает. У нас, слава богу, все работает. Спасибо. Можно сказать, что 99,9% результатов подведены, и вот осталась, пожалуй, одна номинация, в которой просто борьба. 90% подведены, 10% сейчас идет обсуждение. В любом случае мы этот вопрос решим, потому что есть участники, есть члены жюри, все технические вопросы. Мы с вами решим. Номинация «Лучший студент-предприниматель». Представим, что мы переносимся на международный конкурс. Питчи и вопросы будут на английском. Мы готовимся к финалу международного конкурса. Победитель будет представлять нашу страну на международном финале. По номинации «Студент-предприниматель» ровно такая же пятибалльная система оценки. Но задача для жюри становится ровно на 20% сложнее. Ведь у нас добавляется шестая оценка – оценка уровня владения английским языком. Ровно та же ситуация, пятибалльная шкала, что и по всем остальным. Итак, поехали. Первый претендент на финальную номинацию – Дмитрий Лесняк. Good afternoon, dear Drew members. My name is Dmitry Lesniak. I am a second year postgraduate student at the Moscow University named after Sergei Yuryevich Witkin. Hello, Dmitry. First of all, my congratulations that you get the final stage. My question is, what is your last 6 months result by EBITDA? And what is your growing strategy for next several years? Thank you. Ответ закончен. Thank you very much. Наш участник номер два – Иван Денисов. Иван, у вас 3 минуты, вы в эфире, прошу вас. Good afternoon, dear colleagues. My name is Иван Денисов. I'm the founder of GT Logistics from Екатеринбург. Now you can hear me. I'm the founder of Kamangi company. And Ivan, I've got a question. So, my question is, what is the biggest fail which happened in your life? Maybe in life or in business? Sorry, help me in the future. Спасибо большое. И четвертый претендент на финальную номинацию – Анастасия Староверова. In 2019, Microsoft Russia has chosen me as the woman of the year in IT. Well, first of all, Anastasia, thank you very much for the pitch. Thank you for the dance. The same strategy we use on the Go Market, Go Global. Thank you very much. Спасибо огромное. Ну что ж, а теперь пожелания от 3 клубов-организаторов. Юбилейная премия. Уже 3 клуба среди организаторов. Возможно, в следующем году будет еще пополнение среди организаторов. И Роман Багиев, давайте начнем с вас. У вас примерно 1,5-2 минуты. Роман, пожалуйста. Роман Багиев, сооснователь Евроснап.ком, член правления Equium Club. Друзья, я всех горячо приветствую и поздравляю с этим важнейшим событием для нашего общества. Я Роман Багиев, сооснователь компании Евроснап, член правления бизнес-сообщества Equium. От имени Equium хочу сказать главное. Предприниматель – это, ну, наверное, самый счастливый человек на Земле. А счастливыми нас делает создание того, что приносит пользу людям. Ничего круче этого ощущения лично я не испытывал, думаю, как и многие мои коллеги. Поэтому люди, добившись невероятных успехов, продолжают создавать и отдавать обратно в общество, улучшая среду вокруг. И Equium – это клуб предпринимателей в первом поколении, которым безумно нравится создавать и отдавать обратно. А когда такие люди находят друг друга, происходит настоящая магия. Стираются любые ограничения, и вместе мы можем абсолютно все. Мы, предприниматели, в ответе за наше общее будущее.
Я глубоко убежден, что предприниматели хотят объединяться и усиливать друг друга, вместе развивать культуру предпринимательства и культуру отдавать обратно. Ровно как сегодня, когда три лучших бизнес-сообщества объединились, чтобы сделать это событие лучше и мощнее. Я искренне поздравляю всех участников, потому что вы уже победили, начав этот замечательный путь. И вы не одни. Объединяйтесь такими же, как вы, и ваш путь станет намного интереснее и успешнее. А финалистам я искренне завидую, потому что ведь вас ждет увлекательная трансформация, которая абсолютно точно изменит вашу жизнь. Всем удачи! Роман, Роман, большое вам спасибо. Теперь в эфире Олег Волкаш. Олег, просим вас. Олег Волкаш, президент Media Plus Group Russia, UPO Europe Impact Officer. Ребят, привет всем еще раз. Хочу начать с того, что поблагодарить двух замечательных чемпионов GSA в России, это Алекса Гедерима и Олега Власюка, за то, что прошли с успехом диджитальную трансформацию конкурса. Сегодня подарили нам огромное количество эмоций, позитивной энергии, ну и главное, горящие глаза наших молодых участников, молодых предпринимателей. Мужики, огромное уважение. Спасибо за то, что вы сделали. Огромное время было вложено и силы. Я считаю, что проект удался и вышел на новый уровень сегодня. Со стороны YPO, как вы знаете, с 2017 года мы не просто являемся соорганизаторами конкурса, мы делаем, наверное, очень важную еще вещь в рамках программы YPO Legacy. То, что мы уверены, является именно наследством YPO, будущими членами YPO. Мы приглашаем всех победителей каждой номинации для участия в программе YPO Legacy, где члены YPO от всей души делятся с вами своими образовательными программами. Они становятся для вас менторами. И главное, мы помогаем вам организовать форумы в формате YPO, на мой взгляд, лучший инструмент для личностного роста, обмена опытом и самостоятельного развития. Это наш еще один небольшой скромный вклад в то, чтобы не просто на уровне конкурса мы поздравили всех победителей, а чтобы каждого из них мы смогли дальше поддерживать, наполнять его знаниями, опытом и сами учиться также от этих молодых звезд и дарований. Спасибо всем. И сейчас я хочу передать слово Олегу Власюку. Олег, прошу вас. Олег Власюк, основатель «Русская арматура», наставник конкурса. Еще раз приветствую, дорогие друзья. Я член организации EO, Entrepreneur Organization, и для начала скажу, что мы, наше сообщество, всем финалистам предлагает участие в бесплатных обучающих мероприятиях сроком на один год, которые проводит наше бизнес-сообщество. Это из пряников. А теперь непосредственно обращение. Каждое добровольное сообщество основывается на определенных ценностях, которые разделяют члены этого сообщества. Одна из пяти ценностей Entrepreneur Organization, или EO, как мы коротко называем, звучит так. Make a mark. Оставить след. Давайте на несколько секунд задумаемся, кто же такой предприниматель. По сути, предприниматель создает из ничего нечто. То, что приносит людям пользу, делает жизнь их лучше, качественнее. Он создает бизнес-систему. И в идеале, если система создана на правильных принципах, то через некоторое время она начинает работать самостоятельно, уже без своего создателя. Создатель может отойти в сторону и со стороны посмотреть на свое творение, и идти дальше, создавать новую, более совершенную систему. И так шаг за шагом, вперед и вверх. Таким образом получается, что предприниматель – это творец, двигающий нашу жизнь вперед. Вам это ничего не напоминает? И создал он бизнес, и расцвел бизнес. Посмотрел предприниматель и подумал, что это хорошо. Сергей Выходцев, первый президент EO Russia, и Алексей Комиссаров привезли конкурс GCA в нашу страну. Сейчас след этого события десятилетней давности превратился в систему, которая уже без их участия дает возможность состоявшимся предпринимателям
делиться своей мощной энергией с молодыми, начинающими путь коллегами. Это реальный make a mark. И наш призыв к молодым предпринимателям – создавайте бизнесы, выводите их на космические орбиты и make a mark. Оставляйте след. Спасибо. Олег, большое спасибо. Ну что, поехали. Номинация e-commerce. Кто же стал победителем в этой номинации? Дмитрий Андреев. Стендап инновации. Дмитрий Андреев получает денежный приз 300 тысяч рублей, участие в обучающих мероприятиях EO Россия, грант на участие в IPO Impact, ментор от EO или IPO по профилю и, наконец, инфраструктура от компании «Холодильник.ру» для пилотирования собственных разработок. Поздравляем вас! Поздравляем вас! Что вы чувствуете? Я думаю, как будто выиграл Олимпийские игры. Ну, в общем, очень большое напряжение было. Я не привык выступать онлайн, скажу сразу. Очень долго готовился, но все равно Zoom – это другая форма общения. И, в общем, очень переживал, что, возможно, не все мысли, которые хотел передать, смог передать, и очень благодарен жюри, да, кто смотрел, что получилось рассказать. Очень долго готовился к вопросам, которые могли задать, но задали самый главный, который ключевой в бизнесе, и над которым мы постоянно работаем, и здесь, это говорит о том, что очень глубоко жюри анализирует проекты, и я очень рад, что как бы получилось победить. Спасибо большое. Спасибо. Еще раз вас поздравляю. Мы двигаемся дальше. И следующая номинация – это Home Tech. В номинации Home Tech призы, которые получит наш победитель, денежный приз 300 тысяч, участие в обучающих мероприятиях EO Россия, грант на участие в IPO Impact, ментор от EO или IPO по профилю и возможность пилотирования проектов на инфраструктуре интернет-провайдера Dom.ru. Кто же это будет, пожалуйста? Рустам Кантюков, Skynet. Всем добрый день. Было неожиданно. Были сильные конкуренты. Было очень вовлеченное жюри. Очень интересные вопросы. Вот. Это, наверное, мое первое участие в таком конкурсе. Как видите, успешное. Спасибо. Спасибо огромное, Рустам. Уважаемые участники, это обязательное условие. Включите ваши видеокамеры. И огромная просьба к членам жюри включить видео, но к нашим замечательным конкурсантам это критически важно. Итак, пожалуйста, следующая номинация – «Биотек». Победитель получит денежный приз 300 тысяч рублей, участие в обучающих мероприятиях EO Россия, грант на участие в IPO Impact, ментор от EO или IPO по профилю и инфраструктура от компании «Эвка» для пилотирования и производства собственных разработок. Кто же стал победителем? Иван Захаров, Клипл. Иван, вы в эфире. Всем добрый день. Очень приятно видеть тебя в качестве победителя. Слушал проекты. Все, уверен, заслуживают быть победителем. Что хочешь сказать? Хочешь сказать огромное спасибо организаторам. Участвую, на самом деле, в конкурсе второй раз. Еще начинал, когда был совсем студентом. Сейчас вот закончил аспирантуру, являюсь кандидатом наук, и вдвойне приятно ощущать свой личный рост, как я степ-бай-степ расту, и в меня на самом деле верят, и это очень ценно. То есть получить признание от такой международной компании, нет слов, спасибо большое. Спасибо вам огромное.
Двигаемся дальше. Четвертая номинация – это медтех. 300 тысяч рублей, доступ к образовательным мероприятиям Equium Global, профильный ментор от Equium, грант на участие в YPO Impact, инфраструктура от компании Briefy для пилотирования сервисов и продуктов. Кто же это? Алла Панченко, Pharmacogenomy X2. Рассказывайте. Очень рады. На самом деле мы с командой верим в то, что наш продукт лучший, нас ждет успех, и мы очень рады, что команда, которая оценивала нас, смогла почувствовать наш вайп и проголосовала за нас. Спасибо большое. Я уверен, и вот тот синий автокран, который догоняет вас, посмотрите налево, он чуть сзади, вы его все-таки обошли. Мне кажется, это именно он принес вам удачу. Это первый